все сии мученики были учениками святого мученика Кадрата и пострадали за Христа во времена правления императора Дикия. Они, как и их учитель, твердо исповедовали Христа и не боялись смерти за Него, ибо знали, что ждет их за верность Господу вечная блаженная жизнь. Викторин, Виктор и Никифор не дрогнули и с молитвою на устах пошли на страшную смерть в огромную каменную ступу, в коей были заживо раздроблены. Клавдий возносил хвалы Богу истинному Иисусу Христу, когда изверги-язычники отрубали мученику руки и ноги. Диодор, пламенно прославив Господа и обличив нечестие мучителей, сам бросился в приготовленный для него костер. Серапион с величайшей гордостью и спокойствием склонил свою голову под меч палача, а Папий и Леонид, укрепив друг друга на прощание и устремив свой взгляд в небо, ожидающее их, смело шагнули в морскую пучину. Мужественные и преданные святые мученики вдохновили своим подвигом во славу Господа и многих жен, добровольно пошедших вслед за ними на муки за Христа. Пострадали исповедники в Коринфе в 251 году. Тринадцатое февраля. День памяти святых мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия.